В природе голубой розы не существует. Это неестественное явление. Пока простой обыватель спит и видит сны, пока лидеры сверхдержав увлечены конфликтами, небольшая группа агентов ФБР хранит мир от угрозы, о которой никто, кроме них, и не подозревает. Эта группа получила название «Голубая роза». Проект «Синяя книга», проводившийся в ВВС США с 52 по 69 год, имел две основные цели – определить, несут ли НЛО угрозу национальной безопасности, и анализировать сообщения об НЛО с помощью научного подхода. В 69 году проект был свернут, так как львиная доля сообщений об НЛО оказалась ошибочной. За летающие тарелки люди принимали либо природные явления, либо обычные самолеты. Никакой угрозы национальной безопасности также не было выявлено. Следующий слайд, пожалуйста. Но Дэвида Линча и Марка Фроста не устроило такое положение дел. В своих произведениях они описывают деятельность группы агентов ФБР, по сути продолжающих исследования в рамках проекта «Синяя книга». Военные и ФБР сформировали сверхсекретную рабочую группу. Мы назвали ее «Голубой розой». Немногочисленная группа посвященных, от которых зависит сохранение порядка в нашем мире. В этом ролике я расскажу об агентах «Голубой розы». Поехали! Let's rock. Перед исчезновением агента Купера и майора Брикса, ими вместе с Гордоном Коулом был составлен план, целью которого было выйти на Джуди. Нет никаких сомнений в том, что осуществление этого плана координировал Великан. Скорее всего, составлен он был, исходя из его подсказок Куперу, поэтому назовем его план Великана. Кроме краткого рассказа об агентах группы «Голубая роза», я также расскажу об участии каждого из них в осуществлении этого плана. Крис Айзек, сыгравший агента Честера Десмонда, известен прежде всего как исполнитель меланхоличных песен в стиле 50-х, а не как киноактер. Его композиция «Wicked Game» была включена в саундтрек фильма Дэвида Линча «Дикие сердцем». А еще раньше Линч звал его на главную роль в фильме «Синий бархат», но после прочтения сценария Крис отказался. А вот от роли агента ФБР певец отказываться не стал. Федеральное бюро расследования, специальный агент Чет Десмонд, агент Сэм Стэнли. Есть ли смысл пересказывать события, произошедшие со специальным агентом Честером Десмондом в фильме «Твин Пикс. Огонь, иди со мной»? Думаю, что если вы смотрите этот ролик, то они вам хорошо известны. Но для тех, кто все-таки не знаком с сюжетом фильма или забыл, о чем он повествует, коротко обрисую случившееся. В городке Дир Мидоу, что к западу от Твин Пикса, было совершено убийство девушки по имени Тереза Бэнкс. У нас здесь убили девушку, 17 лет. Гордон Коул поручил расследование специальному агенту Честеру Десмонду и криминалисту Сэму Стэнли, которого сыграл Кифер Сазерленд. Немного повозившись с местной полицией, явно не настроенной на сотрудничество, ФБРовцы выясняют, что незадолго до смерти у Терезы онемела левая рука. Следствие приводит агентов к стоянке трейлеров, где Карл Рот показывает им трейлер Терезы. Взгляни-ка. У нее кольцо на пальце. Ничего обнаружить не удается, но вечером Десмонд возвращается к стоянке. Там он находит кольцо, которого не доставало на пальце Терезы. На этом история Честера Десмонда обрывается. Известно только то, что он бесследно исчез. Многих волновало, почему сюжетная линия Чета не была продолжена в третьем сезоне. По словам сценариста Роберта Энджелса, появление этого персонажа было вызвано нежеланием Кайла Маклахлина сниматься в фильме. Маклахлин действительно не хотел принимать участие в проекте, но Линчу все же удалось уговорить его. Для этого, правда, пришлось существенно сократить его роль. Отсюда можно сделать вывод о том, что возвращение Кайла Маклахлина в сериал сделало линию агента Десмонда ненужной. Мне, кстати, его присутствие в фильме всегда казалось нелогичным. Намного интереснее было бы наблюдать за расследованием, проводимым Купером, но актерские капризы внесли серьезные коррективы в сюжет. Дальнейшая судьба агента Десмонда крайне туманна. По самой распространенной версии, он надел кольцо и был перемещен в черный вигвам. Однако почему агент ФБР так неосмотрительно поступил с уликой по делу «Голубой розы», никто не объясняет. Да и кольцо само по себе никуда не переносит человека. У меня есть версия попроще. Помните страшную старушку, зашедшую в дом Терезы, когда его осматривали агенты ФБР?
То, как изменился в лице Карл Рот при ее виде, и внешнее сходство с темными лесорубами из третьего сезона, говорит о том, что агент Десмонд подобрался слишком близко к темным силам и был убит. Возможно, таким же способом, как и директор школы из третьего сезона. Он мертв. История агента Честера Десмонда не была продолжена, или хотя бы как-то упомянута в третьем сезоне. Его исчезновение, похоже, остается загадкой и для самих авторов. Марк Фрост, отвечая на вопрос о Десмонде, сказал следующее. «Мы обсуждали Чета, но не нашли простого способа вернуть его оттуда, куда его занесло». В плане великана Десмонд, само собой, участия не принимал, так как исчез за год до убийства Лоры Палмер. Исчезновение агента Десмонда было поручено расследовать Дейлу Куперу, но никаких следов им обнаружено не было, если, конечно, не считать зацепкой надпись на лобовом стекле автомобиля агента Десмонда. Потанцуем. О прошлом агента Дейла Купера можно узнать из посвященного ему ролика. А в этом видео мне хочется сделать акцент на роли Купера в плане великана. В ходе расследования убийства Лоры Палмер агент Купер оказывается втянутым в борьбу сил высшего порядка. Природа этих сил не была изучена, поэтому в противостоянии со злом агенты Голубой Розы могли действовать исключительно на свой страх и риск. Дейл Купер, например, часто полагался на сильно развитую интуицию. А еще на подсказки великана, новую порцию которых Купер получает в третьем сезоне. Оно уже в нашем доме. Тут нужно отметить, что великан стремится именно к сохранению порядка, определенному балансу сил, а не к устранению темной стороны и черного вигвама. Так его совершенно не беспокоит существование однорукого Майка и руки, которые питались человеческими страданиями. Но вот Боба, нарушившего баланс убийством Лоры и не пожелавшего возвращаться в черный вигвам в срок, великан, по сути, приговаривает к уничтожению. И если в части плана, касающейся Боба, агент Купер должен был лишь оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы одеть кольцо своему темному двойнику, то вот возвращение Лоры целиком на нем. О подсказках великана я рассказывал в ролике, посвященном этому герою. Ссылки на все ролики серии вы найдете в описании. Тут хотелось бы подробнее разобрать момент самого возвращения в Твин Пикс Лоры Палмер и Купера, а вернее Кэрри Пейдж и Ричарда. Вспомните. Ричард. И Линда. Главной опасностью, поджидающей Купера в другой реальности, было поглощение личности Купера личностью Ричарда, как это произошло с Даяной, которая, похоже, не смогла самоидентифицировать себя и стала Линдой. В момент, когда Кэрри Пейдж слышит голос Сары Палмер, с ней происходит обратный процесс. Личность Кэрри уступает место личности Лоры. К ней возвращаются воспоминания о ее прошлом. Она кричит. А предшествующий этому вопрос Купера... Какой сейчас год? Натолкнул меня на мысль, что после ночи, проведенной с Даяной, Купер все-таки стал Ричардом, но смог вернуться. Вот только сколько времени ему понадобилось для этого. Похоже, что ответ на этот вопрос кроется в том, что Линч показывает нам старый отель, где остановились Купер и Даяна. Старый автомобиль, а потом новое здание и машину. Да и Кэрри здесь далеко не 17 лет. И если в сцене перемещения Купера во времени возраст Лоры с помощью грима и спецэффектов пытались максимально занизить, то здесь нам не скрывая показывают уже немолодую Лору. Вывод из всего сказанного может быть только один. Прежде чем Купер освободился от личности Ричарда, прошли годы. Только вот сам он не сразу понял это. Мало того, что в этой реальности все перепутано, и Кэрри, видимо, жила с аналогом Лео Джонсона, труп которого показан в доме Кэрри. Послушай, Шелли, когда я прихожу домой, в нем должно быть чисто, абсолютно чисто. Хорошо. Я старалась, чтобы в доме было чисто. Наводила порядок. Так Купер умудрился перепутать еще и время. Какой сейчас год? Вполне возможно также, что вернуть Лору домой вовсе не означало привести ее к дому Палмеров, и Куперу следовало доставить Лору ко входу в Белый Вигвам. Но есть версия, по которой все было сделано правильно, и встреча Лоры и Сары должна восстановить нарушенный баланс между светом и тьмой. Две пташки одним выстрелом. Так или иначе, Купер теперь знает куда больше, чем другие агенты Голубой Розы. Он свободно ориентируется в Междумирье, и его вполне можно назвать чародеем, путешествующим меж двух миров. Заранее извиняюсь за Альберта. Мигель Феррер снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых роли в фильмах «Робокоп», «Проект Альф» и «Горячие головы 2». Спасибо, Тобер. Ты вернул меня к жизни. Я снова убиваю. Есть. Роль агента Альберта Розенфельда стала одной из самых ярких в его карьере. К
Замечательно. По этому поводу надо бы устроить танцы на площади. Кажется, что для того, чтобы рассказать о характере этого персонажа, достаточно процитировать его саркастичные шутки. Но на самом деле он не так прост, и за маской циничного шутника кроется неординарная личность и суперпрофессионал. Альберт избрал для себя необычный и трудный путь. Во время своего первого появления в Твин Пикс, Альберт сразу же настраивает против себя шерифа Трумана и других сотрудников полиции. Черт побери, Купер, ну и порядки в этой бревенчатой хижине. Сколько я перевидал этих сонных городишек, но эта дра что-то особенное. В конце концов, своим поведением Альберт доводит шерифа и сталкивается с праведной провинциальной яростью. Только благодаря Куперу удается избежать серьезных последствий и замять дело. Несмотря на это, Альберт не может сдержать свои язвительные шутки. Гордость Гарри снова задета, но после откровения Альберта они с шерифом Труманом становятся едва ли не лучшими друзьями. Я горжусь, что стерпел твой удар и с радостью стерплю еще, потому что предпочитаю жизнь в компании Ганди и Кинга. В основе моей методы лежит любовь. Ну и как же не упомянуть прекрасные отношения между Альбертом и Даяной? Вернее, ее тульпой. Иди ты нахер. Роль Альберта в первых сезонах была сведена к оглашениям результатов экспертиз во время редких визитов в Твин Пикс. Несмотря на то, что он член группы, расследующей необъяснимые явления, в нем живет скептик. Мы живем внутри сна. И идет дождь из кукурузных хлопьев. В третьем сезоне он становится главным помощником Гордона Коула в расследовании. Возможно, от вашего внимания не ускользнуло, что из этой группы я один не пропал при невыясненных обстоятельствах. Возможно, что уцелеть Альберту помогла его осторожность, благодаря которой он спасает Гордона от перемещения к черным лесорубам в третьем сезоне. Но, может быть, так вышло из-за того, что Альберт был занят проведением экспертиз, а не оперативной работой. Также ему не отводилась какая-либо роль в плане великана. Так или иначе, к событиям третьего сезона группа «Голубая роза» подошла в очень урезанном составе. Гордону просто больше не на кого положиться. Несмотря на то, что возраст взял свое, и в третьем сезоне шутки Альберта уже не сверкали былой остротой и задором, порох в пороховницах еще был. На протяжении всего сериала он оставался интересным и ярким персонажем. Thank you.